Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это Кнопка Плинов в плей. Мы продолжаем Days Gone, Короче, в прошлой серии Бухарь, сука, дурак, мразь, бесит меня, меня и тебя заебал. Он плачется, ноется, жалуется, выебывается. Короче, делает все, чтобы мы от него отказались и уехали. Дик, ты на связи? Да, я здесь. Что такое? На нас напали упокоители. Несколько десятков, а то и больше. Сраные упокоители. Та девчонка, за которую ты так переживал. Лиза, стой, погоди. Что случилось? Где Лиза? Ее забрали. Увели ее и еще троих. Элкай проследил за ними сколько мог. У них убежище в Белнап-Крейтер. Он вернулся, чтобы собрать отряд, но... Короче, слушай, я видел, что эти уроды делают с пленниками. Я ждать не буду. Окей. Кого-то поймали, кого-то привели, кого-то отвели. Нам пора спасать этих людей. Спаси Лизу от упокоителей. Я имею в виду кого-то, кого-то еще. Ее и еще кого-то. Так, они живут где-то здесь. Получается, нам лучше переместиться куда-то сюда. И, соответственно, оттуда пешком. Пешком, наверное, будет логичнее. Но хотя хер его знает. Потому что мотоцикле нужно подъезжать. Мотоцикле нужно оставлять определенное расстояние, определенную безопасную зону. Короче, много чего делать нужно на мотоцикле. Поэтому без него, я думаю, добежаться... Можно добежать будет побыстрее и побезопаснее. С другой стороны, и пути отхода тоже будут более логичны, потому что убежать от толпы, сесть на мотоцикл и уехать проще, чем в толпе сесть на мотоцикл и уехать. Так вот, это наш лагерь, между прочим, да? Сколько еще до карты там идти? Заметили? А мы, кстати, в этот... Чё, блядь? Я думал, что вот эта точка перемещения, да? Но как бы... Чё-то не очень не то. Ладно, хуй с ним. Короче, прикол в чем? Прикол в том, что эта серия, вчерашняя серия, получается, вчерашняя, для меня она вот буквально вот только что записанная, для вас она, получается, вчерашняя, прошла довольно спокойно, прошла довольно тихо, прошла без лишних бомблений, без каких-то туплений, без каких-то, я не знаю, забаговений, без всего такого. В принципе, опять-таки, если делать этой игре скидку на то, что она меня и тебя тоже, и, в принципе, она по жизни игра-то не очень... Не то, что все ожидали, потому что, ну, блядь, ожидали чего-то хорошего. А здесь происходит лютый трэш и пиздос. Так вот, то если не ожидать от нее многого и не ждать от нее чего-то такого, в принципе, игра, нормально, бегаем, выживаем. Ну, учимся плавать, наверное. Бегаем, выживаем, что-то делаем, что-то творим. В принципе, все довольно весело, все довольно нормально. Так, я здесь. Я здесь, давайте заставку. Ну, сейчас ночь, сейчас настанет ночь. Моя любимая ночь. Я так люблю ночь в этой игре, что просто обосраться. Всегда бы только ночью играл, да? Всегда бы только так и делал. А хули? А чё мне? Действительно. Почему ночь? Какая разница, когда надо падать? Меня сейчас все равно спалят. Ночь, день, утро, вечер. Кого это ебёт? Меня сейчас все равно спалят. Мне не нужна ночь. Я не собираюсь играть сейчас в лютый стелс. Погодите, куда вы дели девчонку? Если вы ее тронули, клянусь я, да чего уж там, я вас, твари, при любом раскладе урою нахер. Держись, Лиза, я иду. Я реально не понимаю, почему меня заставляют играть ночью, если я не хочу ночью играть. Лиза уронила. Уж точно не кто-то из упокоителей. Маленькие следы, женские, это Лиза. Они протащили ее здесь. Я избрал путь. Если вы что-то сделали, ублюдки, я вас всех до одного поубиваю. Gather and tremble. Не знаю ни того, ни этого. Так, спокойно, там кого-то бьют. Давайте помечать ребят. Яс. Яс. Один яс. Так, ладно, давайте всех пометим. Сколько тут? Подойди к Лизе. Лиза у нас там, 20 метров. Что он делает? Он тренируется? Ну-ка, если... Категория отвлечения динамит, блядь, охуенно. Давайте аккуратненько все это будем делать. Ты же повернешься туда, правильно я понимаю? Надо посмотреть. Вот сейчас можно.
Он просто стоял ко мне боком, я вообще не уверен, как здесь работает стелс, потому что время нам совершенно работает не так, как положено. Они мертвы, урод. Они не вступят в вашу долбаную секту. Это он сейчас кому так загоняет? Ой, мачете. Мачете — это неплохо. Это неплохо, но мне сейчас не нужно. Так, внимательно под ноги смотрим. Сейчас эти ловушки, вот эти пердушки, блядь, колотушки, вот эти шлышлушки, они меня могут подставить. Так, еще один упокоитель. Опа. Опа. Он же меня не спалит, правильно я понимаю? Опа. Чего такое? Ой, этот что это? Принял какую-то хуйню. А, наркоманы жрут, ясно, лаванда ебанул. Вот и все. Кокосы, лавандосы, смотри, что происходит. Не, ну по стелсу, в принципе, не так-то уж и сложно. Главное иметь в виду, что при любом этом... любом неудобном движении нас с тобой начнут стрелять. Сюда? Они затащили ее сюда? Судя по всему, да. Чё это у них тут за база такая? Нихера себе. Сканируем как можно больше, как можно тщательнее. Чем больше я насканирую, тем я буду в большей безопасности. Вижу еще одного. Так, двух вижу, хорошо. Пути, они про какие-то пути не путю, говорит. пути, блядь. Какие в пизду пути. Так, где мой арбалет? По идее, можно в голову стрельнуть. Но я что-то в арбалете пока что не уверен. Арбалет не бьет так сильно, как мне нужно. Так, ну-ка, камень. На кого сработает? На одного только? Надо осмотрись, вот правильно, совершенно верно. Сволочи, что же вы делаете? Так, секунду. Боль даст тебе свободу. Твое тело. Иди сюда, сейчас он пойдет сюда, потом развернется, я его быстренько тоже чикну. Но здесь один, да? Чё-то... Вот слушай внимательно звук. Слышишь в левом ухе? Слышишь, как будто постоянно ко мне, блядь, зомби где-то там слева стоит. Меня это так напрягает. Это реально звук вот заканчивания этого осмотра, как это, этого взгляда. А такое чувство, что там где-то зомби постоянно слева появляется. Чё за бред? Свободные правят миром, да? Ебать, он злой. Мертвые ничем не правят. Ебать, он злой. Чё там с них, кстати, собирают-то? Гадость всякую. Нет места под винты. Сейчас исправим это дело. Здоровье не полное, значит, я возьму. Мне пригодится. Бинты лишними не бывают в конце-то концов. Вот красота. Так, пойдемте дальше. Лизок, помазок. Куда тебя утащили, Лизок? Там в конце будет главный упокоитель, да? Самый главный, самый спокойный. Нет, она не здесь. Где ты, Лиза? Она должна быть где-то здесь. Ух, ебать, их тут много. Много. Так много. Так, раз... Почему от этого нельзя отметить через скалу? Но я же его вижу, я же чувствую, типа. Но теперь я доволен. Я жду свободы. На возвышении я стану свободна. Я несколько дней провел в собрании свободных. Их было 1000. Так, пока вижу троих, больше вроде нет. Когда они спали, я спал. Мы шли по ночам, сквозь дождь и снег. Интересная история, он не затирает, судя по всему. Я ел. Ничего такого я никогда не видел. Я слышала. Не чувствовал. Так, ну это я только одну подрезал. На самом деле я сделал все правильно, потому что нужно увести ее как можно дальше. Не-не-не. Да что ты делаешь-то? Блять. Иди дальше туда. Так, ну он смотрит в ту сторону, окей. Хорошо. Тот пацан не особо внимательный. Никто к вам не примкнет!
Хули ты орёшь? Вот я тебя и нашел. Могу путь указать. Че, блядь, делаешь? Что ты делаешь? Ты вообще, шуль, дурачок? Начинает так орать, блядь. Это ж надо так орать! Вообще, шуль, неадекваша. Бляха, ну, вот, просто слушай. Постоянно там... Вот эта вот херня начинается. Зачем это сделано-то было, серьезно? Держись, Лиза. Что бы они с тобой ни делали, ты только держись. Так, еще тут один, нахер их так много. Куда полез, сука? Куда полез, я спрашиваю? Так, ага. По идее, его можно срезать прямо здесь. Меня вон тот смущает, который сейчас идет с этим, с ромбиком на голове. Как он может в эту сторону посмотреть, например? Так, ну-ка. Вот так неплохо. Так, ну-ка. Ага. Ну, сейчас разбираем вообще красиво. Сейчас разбираем прям топовый стелс. Хорошо. Прям прекрасно просто. Прям топово. Так, тебя нужно было сверху жухнуть. Лиза, держись, я иду. Хорошо. Бляха, ну прямо шикарно. Действительно. Живой, смотри, он живой. Он моргает. Ладно. А ты серьезно? Ты будешь обозначаться как живой? Ну, больше не работает как бы его. Че за бред, блядь? Как же сейчас сильно выручает вот этот вот внутренний взгляд. Как правильно назвать-то? А че не пометим-то? А че не пометим? Не помечает. Так, сколько их? Назад. Не уверен насчет того пацанка. Насчет того паренька. Вот это кто? Ага, это свобод... Ну, в смысле, живой. В смысле, живой. Так, арбалетом пока пользоваться не буду. У них, короче, какие-то эти начинаются... Ломки, и они вынуждены нюхать какую-то хуету. Может попробовать арбалетиком стрельнуть? Я хоть попробую, как он работает вообще. Да, это какой-то лабиринт. Потерянный. Окей, если не в голову, то два выстрела. Я так понимаю, когда я прокачаю себе усиленное... Возьму. Существенное усиление арбалета, то, скорее всего, я смогу убивать их с одного выстрела. Но это не точно. Но надо попробовать. Надо в любом случае это прокачать, потому что арбалет это очень для стелса неплохо. С другой стороны, может быть, дальше пойдут снайперские винтовки, и с глушителем все будет хорошо там. Точно пока непонятно. Бляха, вот у них тут камней, короче, позапутано все. Подожди, я не хочу входить через центральный вход, это глупо нахуй. Давай зайдем с краев. Сейчас по-быстренькому чекнем обстановку. Запалим, проверим, что за хуйня где происходит. Куда, кого, зачем, в какую сторону. Сюда. Они затащили ее наверх. Ну как бы я сканю, меня этот зомби уже не отвлекает, по идее, слева практически. Но отвлекает сильно, на самом деле. Лиза, где-то там наверху. Так, еще одного вижу, окей. Очень много лута дают. Лута дают прям миллион. Такой чувство, что я должен здесь войну, блядь, был какую-то устроить. Чё такой лагерь-то здоровый? Чё, блядь, такое-то? Так, вон один. Здесь вроде тупик. Лиза, я сейчас. Да не бубни ты нахуй, это так нелепо он, смотрится. Кто? Кто здесь? Это не про кого сейчас? Я типа...
Кто здесь-то? Стой! Я открою тебе слово Карлоса! Какого, блядь, Карлоса? Что, притих? Блюдок! Меня зацепило! Он меня увидел, когда я бежал за ним по горе, что ли? Ну это все пизда. Я охуею. Ну это, наверное, было специально запланированное, да, действие? О, дерьмо, у меня что, нету? Как это? В смысле у меня нет холодного оружия? Здрасте, приехали! Оружия холодного нет! Ебанулись, что ли? А куда оно делось? Я же не драл. Ничего не понял сейчас. Вау! Ёть! Иди, твой же. Фух ты ж, ёбаный. Вот это да. Он бежал за... Я не понял. Я не понял, кто меня запалил. Наверное, тот, который типа про меня и кричал. Вопрос, что делать сейчас? Как бы они знают, что я здесь, да? Или типа они думают, что я уже пропал? Музыка играет, как будто я в боевом режиме. И это печально. Так, ну-ка, секунду. Пистолетик я глушитель натяну. А, 100%, смотри-ка, да, у него действительно 100%. У него действительно 100%, сейчас посмотрим, сколько за один выстрел берут. Музыка играет боевого режима, но я не хочу, чтобы он был боевым, я вроде как ушел с поля-то. А, вон он стоит, хуй, я ушел. Так, ясно, одного запалил. Ну, я хер знает. Хотя, сейчас, опа. Пойдешь смотреть, нет? Там еще снайпер у них был, вот что херово. Где-то вон там на горе стоит снайпер. Да, блядь. Опа! Твою мать. Я ранена. Ранена. Ранение. Ну не знаю, придется как-то отстреливаться тогда. Зайдите сзади! Живи! Фугас. Коктейль. Ты... Ладно, одного под... Ну как же так-то, блядь? Я сейчас нереально не понял, почему он не сгорел. Я кинул прямо ему под ноги. Сами вы, блядь, потерянные, заебали вы на меня орать уже. Потерянный. Ну придется с боем как-то пробиваться, получается. Попал, смотри-ка, нихуя. Я, главное, его вижу, а он меня нет. Вот это охуенная позиция. Сейчас, сука, ляжешь нахуй. Он реально здесь не, меня не просматривает, а я его вижу. Готов. Гениально, блядь. Гениально. Так, сколько здесь еще упокоителей осталось? Еще одного вижу. Вот она. Где? Опа. С какой стороны ты выглядишь? Сверху? Блядь. Красиво ща было. Хуй поспоришь. Хорош. Нихуя себе траектория крови. Ты видал, я стрелял туда, а кровь сюда брызнула. Вот это я крученой пулей завернул, не ебет никого. Крученая пуля была, хорош. Я так неплохо по головам попадаю, я не знаю почему, но... Не знаю, с чем это связано, возможно, какой-то прилив сил. Или еще что-то. О, блять, присел, смотри-ка. Сейчас не очень точно в голову летел, но в голову я попал, это самое главное.
Это все? Типа упокоители закончились? Битвы с боссом не будет никакой? Вот и где. Господи, что с тобой сделали, Лиза? Расцарапали, посветили. Эй, милая. Нет! Эй, нет! Тихо, молчи! Лиза, это я. Ну, Дикон, помнишь? Дикон. Дикон. Все, тихо. Не бойся, все будет хорошо. Ты цела? Черт, бежать можешь? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног? Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. А я что делать буду? А может быть, вместе побежим? Типа такой, знаешь, дружеский забег. А, отвезти Лизу к байку. Я готов, давай, сейчас будет стрельба. Сейчас будет много стрельбы, это стопроцентная хуйня. Хотя откуда она будет, я же типа... Это, наверное, если бы я сильно по стелсу проходил, никого не убивал, сейчас бы было хуёвенько мне. А так как я всех, по идее, убил... Тихо. Лядство. Так, ну вот теперь-то можно, нет? У кого-то я, по-моему, поджарил уже хорошо. Не поджарил никого. Что за бред, блядь? Почему я его не поджарил? Что за хуйня? Лиза, беги. Почему, блядь, что с коктейлем-то здесь не так? Я думал, коктейль как воспламеняется. Я тебя перевернула. Коктейль типа воспламеняется под ногами, они загораются. Что, они должны по нему побегать, чтобы загорелись, что ли? Или как это работает? Пока непонятно, ну ладно. Патрончиков, кстати, маловато на калаш. Было 50. Было 50, сейчас осталось 30. То есть патроны мне не особо сильно возвращаются. Придется их покупать. А ты куда ушла-то? А что это за дорога у тебя такая? Пригнись! Так, окей, вижу. Еще одного вижу. Ну, коктейль-то тут не долетят. Короче, прицельность пока у этого... Ебать, как жарят, посмотри. Прицельность пока у этого калаша не очень. Так, аптечка. Использовать. Аптечку нужно использовать. Ну, попробую еще раз кинуть, что ж теперь. Ну, тупо не долетает. Не, я не буду тратить. Не долетает. Иду. Кто-нибудь прикройте. Оу! Быстрей, быстрей. Ща было заебок. Случайное попадание, но кого это? Кого это волнует? Попадание есть попадание. Попадание есть попадание, ничего не знаю. Попал, и никаких претензий ко мне быть не может. Я попал, сам главный. Я попал. Так, нет, встань. Не будем сейчас за хуйню заниматься. Какими-то нелогичными путями находит. Наверное, это безопасные пути. Слышу, слышу, упокоители идут спокойно. Занимаем оборонительную позицию. Сейчас все будет заебись. Ага, вижу. Байк мой оккупировали, суки. А, это с обычными битами. Вон того нужно поджарить. Один прям к ней подбегает, да? Ебать! Не ссы. Не ссы, я все сделал. Упокоители. Я в тебя чуть-чуть попал, но я не специально. Так, ну-ка. Окольные пути. Опачки. Хорошо. Беги к байку, давай. Хорошо. Другое дело. Нормально, справились хорошо. Реально, снижение уровня сложности пошло мне на пользу. Смотрибельность возросла просто в разы. Вот не нужно теперь по 100 лет стрелять. Как бы логично, в человека 2-3 пули, и он должен, блядь, падать. Не да, целая ты. Обойма. Ты в порядке? Нет. Слушай, к югу отсюда, на Лост-Лейк, есть лагерь. Там не так, как в Хот-Спрингс. Железный Майк не похож на миссис Такер. Ненавижу миссис Такер. Там ты не будешь одна. Это хороший лагерь. И там безопасно. Ладно. Нормально, окей. Держись. Так, что, отвезем ее или сама доедет? Походу дела, бабка неадекватная совершенно. Долго ехать-то?
Бля. А есть быстрое перемещение? А, невозможно при выполнении задания. Рики! Тики, Тали, Рики, блядь. Ответь! Ой, мне бензин нужен. Ты еще на этом канале? Лагерь Lost Lake, ответьте. Потерянное Тика? Озеро. Давно тебя не слышала. Что тебе нужно? Короче, приезжай уже. На шоссе Каскейд, на пересечении Солт Белл на Проуд. Я сейчас еду туда. Знаешь, что сказал Майк в ту ночь, когда вы с Бухарем уехали? А, ну да, точно. Вот поэтому я связался с тобой, а не с Шиза. Майку не нужно об этом знать. Тут со мной девочка. Что? В смысле, девушка, выжившая. Она уже давно в Одище. А ты нашел выжившую и хочешь привезти ее в Lost Lake? Это ты привезешь ее в Lost Lake, а я привезу ее к тебе. Рики, ну что? Да, ладно, я выдвигаюсь. Конец связи. Мы через этот тоннель уже гоняли, нет? Рики, ну да, рад был поболтать. Вроде как все открыто. Тебе там понравится, обещаю. Я говорю, Майк нормальный мужик. Любит поорать, но ты просто не обращай внимания, поняла? Ладно, там есть один тип, Шизо. Если он будет к тебе лезть, просто скажи Рики. Так это нелепо смотрится. Или скажи Эдди. Она у них за доктора. Вот, скажи ей. Эдди, она хорошая. У нее есть лекарство всякое там, чтобы обработать порезы, чтобы не было заражения, понимаешь? Они тебе помогут. Можешь на них рассчитывать. Я что-то сейчас проеб... Не, нормально. Даже если ты, ну, даже если где-то налажаешь. Ладно. Прикол в том, что я как бы, наверное, не рассчитывал, что я по тоннелю пешком пойду, но там я просто боялся, что этот тоннель не открыт, и сейчас что-то случится. Вот так какой я наорал. На весь тоннель, сука. Ну, ему весело, судя по всему, было. Это, получается, третий лагерь новый, да? У нас есть Копленд, у нас есть старуха неадекватная, и теперь, получается, еще третий лагерь, который вроде как адекватный, судя по его рассказам. Вопрос, хули он ее туда сразу не отправил? Даже не знаю. А, не третий лагерь, это мы на этот, как ее едем, на распутье. Трех дорог, чтобы пересадить ее с мотоцикла на что-нибудь другое. Здорово. Привет, Рики. Привет, Дик. Я удивлена. Такер перестала торговать рабами? Лиза, это Рики. Она отвезет тебя... В безопасное место. Ничего не изменилось, Дик. Железный Майк тебе за это не заплатит. Да при чем тут? Я же не про... Разреши. Это же совсем другое. Дело же не в деньгах совсем. Mm-hmm. Просто забери ее, а? А что с ней, Дик? Ну, короче, ее поймали у упокоителей, и я... О, бог ты мой. Ну, Лиза, привет. Я Рики. Скажи, ты любишь рыбу ловить? Я вот обожаю. Больше всего на свете я люблю рыбачить. Хочешь, вместе пойдем? Да? Я расскажу тебе про Lost Lake. Знаешь, вода в нашем озере просто чистейшая, а рыба... Ох ты мой! Рыба на рассвете прямо скачет вот до сюда. Увидишь, там тебе очень понравится. Давай, держись покрепче. Готова? Большое тебе... Знаешь, в чем дело? У меня нет ни капли, вот просто ни малейшей капли привязанности и какого-то сопереживания или какого-то вот умиления или чего-то вот к нашему главному герою. Он настолько пуст, вот насколько, сука, можно. Как это? Вот, серьезно, вроде как, да я хер его знает. Как можно было сделать таких пустых, блядь, персонажей? Ну, реально, пустые. А я должен был ее оставить там, где нашел. Нихуя ты не должен был оставить ее там, где нашел. Так, это у меня что такое? Пора в дорогу. Пора в дорогу? Че? А, кого оставить? Блять, опять памятный камень Сары этот ебаный в рот. Ты серьезно? Пора в дорогу. Давайте выберем задание вот это теперь. Памятный камень... Дик, на связи? Скучно было. Я подумал, смастерю-ка что-нибудь. Заскочи, как сможешь.
тебе понравится. Окей, подожди-ка, я, конечно, все понимаю, но посещение памятных камней Сары — это как бы не особо сюжет, но там нам рассказывают много чего полезного, мы как бы сейчас ради этого играем. Давайте все-таки я туда сбегаю, сгоняю. Это далеко, да? Блять, это опять там, я ебал, нахуй, как это далеко, как же это далеко, блять. Как это далеко, сука. Ай, как же это далеко. Так, подожди, так, к Бухарю. Это к Бухарю. Я бы на самом деле... А сколько у меня бензин? Половина там. Давайте переместимся к Бухарю. Просто памятные камни Сары, они нам дают заставки. Они нам дают какие-то катсценки. Они нам дают что-то такое, что мы можем посмотреть. Как бы если в игре нихуя не геймплей, то хотя бы заставки, хотя бы сюжет. Если не геймплей, не персонажи, то хотя бы сюжет. Ну, сюжет должен. Слышишь, Кот Спрингс вызывает Дикона Сент-Джона. Пошла ты нахуй. Слушаю. Ты уже должен был вернуть. Я не думал, что задание начнется сейчас. Я хотел бензин взять. Ну, типа, взять бензин, заправиться и поехать туда. Но, видимо, не судьба. Видимо, загрузочки. Мне кажется, вот, знаешь, вот есть... Наверное, для всяких 3D-принтеров, 3D-персонажей сканирование какие-то четкие. Вот мне кажется, этот перстень уже любой из вас, наверное, просканировал просто до невозможности. Просто до мельчайшей детали. Вот он. До мельчайшей детали просто. Все было бесполезно, отдохнуть надо. Блять, ну я хотел ехать. Ёп. Мне не дадут ехать, смотри. И заправить его тоже не дадут. Ну ладно, хорошо. Я хотел реально съездить к камню, посмотреть, что там за воспоминания будет. Но, типа, не судьба. Типа, я пришел, и назад уже дороги нет. Хотя на таких местах обычно принято предупреждать человека, что назад дороги не будет. Аптечка, коктейчка. Хорошо. Поехали, нет? А, поспать нужно. Ну давайте поспи, это всегда пожалуйста. Это всегда пожалуйста. Они идут. Они идут. Они... Они хотят. За мной пришли. Чёрт, Бухарь, ты чего? Нет! Ты как сюда попал? Эй. А ну не с места. Бухарь, это я. Не с места. Это Дик, успокойся. Если только рыпнешься. Давай поговорим. Пойдем нахрен. Спокойно. Ну-ка, дай пушку. Нет, давай нет, сюда пушку. Нет, давай. Черт. Охренеть. Бухарь, ты охренел, что ли? Я слышал. Я голоса слышал. А только этого не хватало. Стой, Дик. Ты разве не слышал? Ни хера я не слышал. У тебя заражение нет, крови. Да иди ты. Да сто пудов! Ты сам посмотри. Нахрена мне? Вставай, смотреть. Тебе нужна помощь. Да отвали. Вставай. Ну чё ты докопался? Опасно! Опасно с ним. Я тебе чуть башку не снес. Просто мне что-то померещилось. Осторожно, ступеньки. Да вижу я. Просто они у меня в голове были. Да, конечно, я понимаю. Я их слышал, Дик. Я их реально слышал. Шаги прямо в голове стучали, как будто сапоги тяжелые. Еще несколько ступенек. По воздуху хуячит. Как и мы, судя по всему. Ну, почему нет? Может быть, мы святые люди. Не надо меня держать. Я сам ходить могу. Да не держи. Я могу входить. Ладно. Ладно. Бухарь, все, ебанулся в край, в конец. Я просто сам не понял, что произошло. Увидел их. Целую толпу. Они перли на меня. Да ты ебанутый. Ага, давай, давай, садись. Поехали. Ехать надо. Так мы что, все, на север? Стой, стой. Ехать? Куда ехать, я не... Прокатимся немного. Тебе полезно будет проветриться. Проветриться? Да-да, это дело. Хорошее, воздухом подышать. Все было бесполезно поехать на юг в Lost Lake. Что значит, все было бесполезно? Бесполезно Бухарь лечить? А куда?
Мы едем. Типа переезжаем в другой лагерь. Дик, ты помнишь, как мы тогда выезжали из Фервелла? Ты помнишь? Да, я помню. Дороги были под завязку забиты машинами. Там было столько людей. И все куда-то ехали. Думали, они смогут спастись. Надо только гнать быстрее, надо только оторваться. Да. Только это все было бесполезно. Я уже это понял, они еще нет. К тому времени, когда они махнули рукой и пошли пешком, а потом побежали, было уже поздно. Да, слишком поздно. И я помню, как у меня на глазах тысячи фриков прямо волной хлынули на дорогу и накрыли всех этих придурков. Да, я помню. Когда видишь такое, понимаешь, что рано или поздно, но станет и твоя очередь. И это никак не предотвратить. Хоть убейся, но... Ты знаешь, почему мы продолжаем бороться? Нет. Потому что ничего другого нам не осталось. Да. О, запел на мужик на. Хорош на. Ща на какие-нибудь авторские права на налетят на. Отвечаю на. А натуре на. Так попробуй на. Ёбаный в рот. Постоянно засунут этих песен, блять, а потом на них прилетает хуй пойми чего. Ох уж эти песни в этих играх. Что за романтическая хуета? Мы с полудохлым неадекватным мужиком едем. Что, блядь, за сопливые песни? Вы ебанулись? Совсем, что ли, ебанулись? Это не к месту совершенно. Ни разу в жизни вообще не надо было сюда вставлять. Обнаружена зараженная зона. Да хуй с ним. Эта песня здесь вообще не к месту. Отвечаете. Это нужно было вставлять в какой-нибудь конец, когда мы, типа, с женой там, с какой-нибудь... Ну, или с другой бабой там, с кем угодно. Ну, не с Бухарем, опять-таки. Ни в коем случае не с Бухарем. Для Бухаря эта песня не подходит. Я так понимаю, он везет его в лагерь, в новый, чтобы его там вылечили. Вправили ему мозги, чтобы он как бы смог вообще адекватным быть впоследствии. Потому что сам он здесь тупо подыхает, он сам ничего сделать не может. У него жар, горячка, глюки начались, заражение. Но мне кажется, заражением крови в таком мире уже это как бы приговор. Таблетки, а где, блядь, найдут? Там нужно какие-то процедуры проводить, наверное, терапии там всякие глубокие. Заражение крови, это что-то хуёвое. Это же нужно делать прочистку, переливания там всякие. Много всякой хуйни нужно проводить, чтобы избавиться от зараженной крови. А что с ним сейчас будут делать? С ним уже хуй что сделаешь? О, хранить его везет, что ли? Непонятно. Я реально не понимаю, какой смысл в этом. Этим нужно было заниматься раньше, но давать ему по щам нахуй, пока он ничего не понимал. Дать ему пизды как следует, чтобы он отрубился, и потом с ним что-то делать уже. Не врубайся. Ой, хорошо, потому что уже прям рядом был со скалой. Прям уже въебался практически. Потерянные и найденные. Знаешь, это про ключи, про мелочь. Трах тебе дох нахуй. Хороший колдует. Да так. Ну-ну. Решила в люди выйти при полном параде? Бухарь, кстати, смотри, как культурно побрит. Надо же поздороваться, пивка выпить, а потом уж лазарет массировать. Ну, короче, просто борода задолбала. Бля, не то слово. Да ладно, не то слово. Дик, слышь? Майк сказал... Что в следующий раз тебя убьет. Ты такой, Майк? Если сказал... Старик уже свое имя начал забывать. Не-не-не. Эй, он эй, вспомнит. Не засыпай. Мы съехали с трассы, но если шальный фрик заявится... Я... Ладно. Дик? Да? Только в лагере никого не убивать. А чё это мы должны кого-то убивать-то? Никого не трону. Почему мы должны кого-то убивать? Офигенно. У них какие-то терки с этим лагерем были, что ли? Пора в дорогу, сюжетная линия обновлена. Узнав о вашем присутствии, противники начнут поиски с того места, где видели вас и слышали в последний раз. А, незаметно уйти или в мусорный бак, или в кусты. Так, а это кто? Ты же слышал, мы так
ад какой-то. Чего что? Ты меня сюда потащил? Мы должны охранять лагерь, а не шататься тут как придурки. Кто вдруг здесь? Упокоители? И мы типа вдвоем с ними справимся. А, их нельзя убивать, что ли? А, да сейчас тебе. Мы тоже так думали. Я и этот парень, брат Тейд. А. Пошли в патруль. Они зеленые, поэтому их нельзя убивать. Никого я не трону, да я понял. Ну, типа, эти тупенькие. Логично, наверное, все. Да какой район заданий? Иди ты нахуй! Какой в пизду район заданий? Я по адекватным путям иду. Я чё, блядь, пойду им в лоб на... Ебать, игра, иди ты нахуй, слышишь? Прям соберись и сходи нахуй, игра. Давай сейчас, блядь, я пойду, прям по лбу им пойду. Охуенный поворот. Пиздец. Интересно, очень интересно. Чего ты меня сюда потащил? Мы должны охранять лагерь. Что я спокойно хотел обойти по болоту, как бы не в лоб ни с кем не сталкиваясь, зайти в лагерь. Они мне говорят, иди на фонари! Иди, говорит, на фонари, иди! Ха-ха, иди на фонари! Давай, пойду на фонари, хули мне делать-то? Давайте, пойду на фонари, это же так классно, здорово, прикольно, забавно, нахуй. Я тут в кустах сижу, да? В кустах сижу, окей. Странно, конечно. Так, ну-ка, ебань отсюда. Да, представляешь. Тарари-тари-тай. Нет тут никого. Бля, иди вон туда. Нормально, все, не ссы, я на подходе. Так, ну-ка, отвернись, нахуй, сюда. Бля, теперь туда и борщ. Ух. А? Что это было? Заебешься. Здесь кто-то есть. Стелс нужен топовый, конечно. Раз, патруле скучно, это хорошо. Ты куда потом? Какого? Отоспаться попробуй. Эта девка новая. Лиза или как ее там? Ебанешься. Короче, все время плачет. Здесь точно первое что-то время есть. Я из-за нее вообще уснуть не мог. Так, я здесь тоже покину район задания, да? Ее же водища наша. Не хочешь? Пока все нормально, ладно. Не-не-не, вон никого не везде. Иди вон туда. Клянусь, я что-то... Тут кто-то ходит. Ладно, пока неплохо идет. Пока идет неплохо, главное никого лишнего. Да какой район заданий? Иди в пизду! Какой нахер район задания, блядь? Я иду вон туда, вон. Какой-то шум. Попался. И ты предлагаешь мне по новой переигрывать, да? Я немножко не понимаю цели нашего путешествия сюда. Мы здесь что делать-то будем? О! Хорош. Эй, что? Я должен был здесь идти, нихуя себе. Кто-то есть. Что там? Здесь кто-то есть. Привет! Какого? Здесь кто-то есть. Главное, чтобы те двое мне не запалили, остальное все не так страшно. Здесь что-то есть. Это что было? Нормально, все хорошо. Ебануться. Мне за каждым нужно следить теперь. Иди сюда. Заебал. Это что, камень? Кто камнями швыряется? Как дела? Эй,
Тут кто-то ходит. Бля, и панику навел нахуй. Что нового? Привет. Кажется, там кто-то был. Что-то они, короче, как-то слишком плохо меня палят, но ладно. Черт. Железной майкой шиза. Ну, попал. Попал, не исключено. У нас ушло 3 часа, чтобы собрать их по кускам. Хорошо, хоть сохранение было какое-то никакое, а то, блядь, вообще беда была. Это Карлос, и ты это знаешь. Надо ударить по ним, иначе они нас... Реймон. Это был камень. Хватит, прекрати уже. Бать, голосок знакомый там у кого-то. Серьезно? Черт, Карлос уже продвигается на Кэмп Роук, на Кэмп Пайонир. У нас нет доказательств. Эй, привет! Они продвигаются на север. Нормально идем, хорошо идем, но сложно. Я так понимаю, в прошлый раз пошел не по очень удачному пути. Ну что здесь поделаешь? 37 метров туда. Вот этих нужно как-то раскидать. Разобщить. Так, иди сюда. Какого? И ты туда иди. Ну а ты-то что не идешь, ебаный в рот? Это что, камень? Кто-то бросил камень? Можно зайти, убедиться. Зайдем попозже. Тут что-то есть. Не любит, когда ты лезешь в озера. Ты ничего не хочешь отвлекаться, серьезно, что ли? Здесь что-то есть. Другой дорогой идти какой-то? Ну это слишком центральная дорога, вы что, с ума сошли, что ли? Я здесь не пройду. Как делишки? У тебя, в принципе, есть только бабёнка, получается, ходит спокойно. Есть там кто-нибудь? Вон в те кусты, да не в те кусты. Вот сюда, например, неплохо будет. Я хер знает, видят ли они через машины? Ну, пойдем дальше пока. Они очень невнимательны, если на то пошло. Это здесь. Надо только пробраться внутрь. Ты хочешь к ним подкатить? Или ты фантазируешь? Да не, просто любопытно. Это типа совсем без палева, да? Ага. Согласен. Согласен. Так, дверь закрыли. Спасибо. Так, я никого не трону, я никого не трогаю. Что делать-то? Так, во, Лиза нормально сидит, ты? Чё? А, это не Лиза? Фу, блядь, это не она. Да, прическа такая же, ладно. Чего ты хочешь от меня? А, мы лекарства воруем. Я думал, мы на помощь поехали. Я думал, попросить помощи приехали. Типа, вот, ребят, помогите. А у них тут целый госпиталь, мы просто спиздили лекарства. Интересный поворот. Привет, Рики, Эдди. Я уже ухожу, так что, если вы меня пропустите... Слышь, ты чего это шаришься в моем лазарете? О, ты меня застрелишь. Не, погоди, есть же кодекс, да? В бабу стрелять только в крайнем случае. Вот тебе случай. А, черт, слушайте, я все вам могу объяснить. Глянь, что в сумке. Что, теперь наркотой стакер торгуешь, когда ты привел девочку? Я думала, ты изменился. И явно ошиблась. Нет, у него тут не наркота. Что? Это антибиотики. Бухарю плохо. Заражение крови. Идти мне больше некуда. А как это с ним случилось? Без разницы. Я облажался. Тащи его. Ну, веди его сюда. Нет, так нельзя. Еще как можно. Мне плевать, кто это, и плевать, что скажет Железный Майк. Если человек болен, ему надо помочь. Врач, понял? Врач, настоящий врач, соблюдает клятвы там Гиппократа, надо аристократа, друг о друге. Аристотеля, Эйнштейна. Мы — это все, что у нас есть. А ты хули думала? Достала она пушку. Надо было лоб ей прострелить, сказать. Ха-ха, вот тебе крайний случай, ты меня угрожала, вот тебе. Ну, до свидания. Как хочешь, так и живи. Так, сюжетная линия, мы не без греха. Я тебя подброшу. Куда?
К Бухарю? Пойдем. Куда нам ехать? А я не буду пиздить. Помнишь, на въезде в долину был небольшой лагерь? Почему он не может бегать? Да, помню. Он не может сбегать в таких ситуациях, в принципе. Вот что, нажимай, не нажимай, задерживай, зажимай. Это, по-твоему, байк? Может, не такой крутой, как у намадов, но ездит. Садись. Садюсь. Поехали, покатаемся. Нормальный байк ездит и ездит. Дело же не в выебонах, дело в том, что он транспорт нормальный, и похер вообще все. А куда? Мы там... Я с другой стороны заходил. Защита животных. Нормальный байк, чё смотри, как прёт. Как она там? Девчонка, которую я привёл, Лиза. А ты меня отведёшь к ней? Нет. Чё это? Не понял, Рики, что за дела? Почему нет? Не могу, её тут нет. Стоп, я чё-то не понял. Куда она делась? Пару дней назад Шиза назначил её в команду собирателей. Она и ещё трое ребят пошли в Кэмп Роук за припасами. Вернулись без неё. Ты чё, ёбнутый? Ты хочешь сказать, они бросили её? Бросили её водище? Никого они не бросали. Убежала она. Господи! Но я не по этому поводу говорю. А дальше кто знает? Волки, фрики, упокоители. Выбирай на вкус. Чем Шиза думал? Нахрена он послал её за припасами? Она ж, блядь, только что выжила еле-еле. Как у нас заведено, и ты это знаешь. Вылечить надо было хотя бы. В Мэрион Форкс, где я ее нашел, она продержалась несколько лет. Да, может, не надо было ее оттуда забирать? Не исключено. Просто нихера себе. Только же привели. Не пока я тебе башку не отстрелил. Это я. Стой, назад! О. Эй. Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рики. Да. В Тумула? Да. Это между Тумула и Lost Lake? Да. Да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего? Да, зашибись. И все равно ты не имел никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи. Тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на все одище. И вот приползли на брюхе к Майку. А, стоп! Если вас впустят. Короче, ведем пока его к Эдди. Пошли. Давай, встаем. Руки убери. Какой же ты заеб... Как же он меня, блядь, напрягает этой хуйней. Ты достал, лысый. Ты нормально себя веди, слышишь? Рики. Ну тики, да, блядь. Сюжет пошел, по-моему, более-менее, без всяких вот этих вот лишних, блядь, зачисток и прочей параши. Поехали. Так, а что по времени? Может, надо закончить? В следующей серии доедем или сейчас доедем? А, ладно, давай сейчас доедем, похер. Стоп, а мы вообще куда? Нормальный сцен. Эдди сказала, она посмотрит твою руку, попробует тебя подлечить. Что? Нет! Нет, не поеду я ни в какой лагерь. Нахрен мне это надо? Поздно уже. Да и... Это всего на несколько дней. Она даст тебе какие-нибудь лекарства, и потом... Нет. Сам знаешь, что там за жизнь. Да ты все перепутал. Это не Hot Springs, это Lost Lake. Железный Майк. Помнишь его? Железный Майк? Он хотел нас убить. Ты сказал... Это было давно. Они отстроились. Теперь там больше народу. Как бы, мне кажется, ничего не поменялось. Все так же захочет их убить. Скажет, вы что, охуели к нам тут приезжать, если там какие-то терки серьезные были, аж до убийства. Ну, в общем, мне бы лучше вернуться к пациенту. За ним присмотр нужен. Че, слилась? Да, ты сечешь. А сколько это? Ну, в смысле, сколько его лечить? В смысле, надолго ли ты застрял? У нас есть антибиотики, но их мало. Сейчас поедем добывать, я понял. Если Майк вас оставит, у твоего друга есть шанс. Сейчас пойдем подлизываться к Майку. А хуй нам еще делать? Подлизываться к Майку пойдем. Прям будем лизать как можно глубже. Как можно глубже. А мы все не без так греха. Что случилось? Как он так руку обжег? Мы нарвались на упокоителей. К югу от Балнапа.
Им не понравились его татухи. Окей, паузу я нажму тогда, и на этом мы закончим сегодня. Идет уже более-менее бодренько. Пошло пободрее, потому что до этого ну совсем все угрюмо, ни сюжета, ни хуета. Одна парашка это происходило, а сейчас вроде как более-менее поперло. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем пришли все ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.